Говорит Москва. В последний час наши войска полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск. За последние 2 дня количество пленных увеличилось на 45 тысяч, а всего за время боев с 10 января по 2 февраля наши войска взяли в плен 91 тысячу немецких солдат и офицеров. 2 февраля нашими войсками взят в плен командир 11-го армейского корпуса, командующий группой немецких войск, окруженных севернее Сталинграда, генерал-полковник Штреккер и его начальник штаба, полковник генштаба Гельмут Роскурт и многие другие. Всего нашими войсками в боях под Сталинградом взято в плен 24 генерала и более 2500 офицеров. За время генерального наступления против окруженных войск противника с 10 января по 2 февраля, по неполным данным, наши войска взяли следующие трофеи. Самолетов 6700, минометов 1462, пулеметов 8135 и большое количество другого военного имущества. Подсчет трофеев продолжается. Таков исход одного из самых крупных сражений в истории войн. Совинформбюро.